Уважаемые коллеги, с 2021 года изменяется порядок допуска профессиональной деятельности медицинских работников. Необходимо будет предоставить в комиссию документы о том, что за последние 5 лет вы прошли курсы повышения квалификации, суммарно 144 часа за 5-летний период, и самостоятельно заработали определенное количество кредитов, баллов, учебных часов за свою активность, участие в конференциях, в семинарах, в вебинарах. Цикл вебинаров для врачей первичного звена – это уникальный проект Ассоциации Сирано и Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования. Это возможность для врача продолжать свое обучение в рамках проекта непрерывного медицинского образования, не отрываясь от экрана домашнего компьютера во внерабочее время. Циклы вебинаров выстроены по 9 темам, которые идут как уроки в одно и то же время по выходным дням. В 16:00 начинается курс «Дентальная имплантация». Читают доценты Пензенского медицинского университета Александр и Дмитрий Стаматовы. В 16:30 начинается курс «Дифференциальный диагноз». Его читают доцент Этери Борисовна Мумладзе, профессор Андрей Леонидович Заплатников. В 17:00 начинается курс «Актуальные вопросы лор-органов». Его читают профессора Валерий Михайлович Свистушкин и Галина Николаевна Никифорова. Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования помогает вам выстроить вектор профессионального развития на ближайший 5-летний период. В 17:30 начинается курс «Актуальные вопросы неонатологии». Его читают профессора-неонатологи Наталья Ивановна Ахмина, Николай Павлович Шабалов и Андрей Леонидович Заплатников. В 18:00 будет начинаться курс «Современный врач». Его прочтут член-корреспондент, профессор Дмитрий Алексеевич Сычев, профессор, заведующий кафедрой психотерапии и сексологии Виктор Викторович Макаров. В 18:30 будет начинаться интереснейший курс «Неврология для педиатров». Его читают профессора Валерий Петрович Зыков и Андрей Леонидович Заплатников и сотрудники кафедры детской неврологии. Образовательные мероприятия реализуются ассоциациями в сотрудничестве с кафедрами нашей академии. Подобная связка обеспечивает получение современных знаний, умений и компетенций в соответствии с профессиональными стандартами. 19:00. Курс «Актуальные вопросы полиморбидной патологии». Читает профессор Ольга Дмитриевна Остроумова и сотрудники кафедры полиморбидной патологии. В 19:30 пройдет курс «Избранные вопросы хирургии для педиатров». Читают профессор Ольга Витальевна Карасева и сотрудники НИИ травматологии и детской хирургии. В 20:00 начнется курс «Диалоги с профессором Ириной Николаевной Захаровой», заведующей кафедрой педиатрии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования. Ассоциация «Сирано» приглашает вас совершенствоваться в профессии и начинает цикл видеоуроков для врачей первичного звена. И если ваш нос любознателен, то мы приглашаем вас на вебинары выходного дня по интересующим вас специальностям. Регистрация доступна на сайте www.edu-sirano.ru. Величайший педиатр 20-го столетия, основатель кафедры педиатрии Роман По, академик Георгий Нестерович Спиранский, начиная цикл лекций, всегда вспоминал своих предшественников. Их портреты висели в его кабинете, напоминая, что опыт – это главная составляющая медицинской науки. Медицина 21 века развивается с невероятной скоростью. Но, как показала пандемия коронавируса, медицинская наука – это прежде всего опыт. Опыт диагностики и лечения маленьких пациентов. Цикл передач «Диалоги с профессором» является уникальной возможностью познакомиться с опытом ведущего педиатра страны. Заведующая кафедрой педиатрии имени академика Спиранского Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, заслуженный врач России, профессор Ирина Николаевна Захарова совместно со своими собеседниками разбирает интереснейшие случаи из своей обширной практики.
Дорогие доктора, вы тоже можете вступить в диалог с профессором. Ирина Николаевна ждет ваши вопросы. Ее ответы придут на вашу электронную почту. Итак, Ирина Николаевна начинает. Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня мы в очередной раз, наш диалог с профессором, мы поговорим о терапии новой коронавирусной инфекции. И с большим удовольствием хочу представить вам Мардык Анну Владимировну, которая представляет славный Омский университет медицинский, заведует кафедрой фтизиатрии, фтизиохирургии и инфекционных болезней. В любом случае, специальность и инфекционист, она единая, фтизиатрия единая, поэтому Анна Владимировна лечит не только взрослых, но и детей. Поэтому мы посмотрим, послушаем Анну Владимировну. У нее очень интересное сообщение о профилактике лечения новой коронавирусной инфекции именно в семейных очагах. Ну, а для начала я напомню вам о том, что сегодня найдено более 500 вирусов, более 250 вызывают респираторные заболевания. Ну, большое количество в течение 20 века открыто новых вирусов, и, конечно, список их будет пополняться не только из-за того, что появляются новые вирусы, а появляются новые технологии, которые их начинают расшифровывать. Но еще недавно риновирус считалось, что абсолютно безобидный, а сегодня его типировали на целый ряд разновидностей, оказалось, что есть группа пневмотропных риновирусов, которые более злые, то есть они могут вызывать пневмонию. Да, раньше считалось, что риновирус абсолютно безобидный. Но вот риновирус – это все-таки треть всех респираторных вирусов у детей. Ну вот практически год, как мир встретился с новой коронавирусной инфекцией, она действительно, поскольку коронавирусов много, и мы с ними с вами встречались, а вот это специально называют новую коронавирусную инфекцию, потому что все больше и больше новых данных, она меняется. Вот только сегодня сообщили, что мутированный вирус обнаружили в Великобритании, также обнаружен новый мутированный вирус в Южной Африке, которые обладают большей скоростью распространения. Поэтому посмотрим, что еще нас ожидает. Ну вот всегда призываем к тому, чтобы наше население привело себя, своих близких. Ну, дети все-таки чаще прививаются против пневмокока, потому что сегодня мы ожидаем вирус гриппа еще. И достаточно злым стал пневмокок, который приобрел резистентность. И на сегодняшний день, например, практически азитромицин, да, не действует на пневмокок. Поэтому, конечно, есть вакцинация. Анна Владимировна, поскольку вы инфекционист, вот нам говорят вакцинологи о том, что для взрослых должно быть две вакцинации. То есть первая — это вакцина 13-валентная, да, затем 23-валентная. Вот прокомментируйте, пожалуйста. Я, в принципе, сделала так, как мне советовали, но вот для того, чтобы это было 100% звучало из уст инфекциониста, прокомментируйте, пожалуйста. На самом деле существуют две вакцины противопневмококковых, и одна прививается один раз в жизни. Это как раз Превинар, в которой 13 компонентов. И, в общем-то, наши граждане, кто еще не успел привиться, могут сейчас привиться этой вакциной. В принципе, наверное, на сезон этого будет достаточно. Но пульмонологи, инфекционисты страхуются. И все-таки пневмо-23 компонента, и она добавляется к Превинару, да, через год, даже через два года можно поставить себе еще одну вакцину, чтобы быть точно уверенным, что мы защищены от основных возбудителей бактериальных инфекций. И в первую очередь это небольничные пневмонии мы профилактируем, а также синуситы, если говорить о взрослой и детской аудитории, синуситы, повторяющиеся тонзиллиты. То есть на самом деле это будет надежно. Но начать лучше всего тем, кто вот сейчас собирается начать прививаться, лучше начать с вакцины 13-компонентной. Это будет правильно, Ирина Николаевна. Ну, значит, неправильно рекомендовали, и я так привела всех своих старших
близких и маму, которой 95 лет. Поэтому, поскольку на сегодняшний день это такая большая опасность в силу того, что многие антибиотики абсолютно не работают против пневмокок. Поэтому те, кто не успел, может быть, еще можно привиться при соблюдении режима изоляции против гриппа на всякий случай, да, потому что никто не знает, как поведет себя грипп и новая коронавирусная инфекция. Ну вот сегодня официально объявлено, что 1 марта стартовала новая коронавирусная инфекция в Российской Федерации. В нашей больнице имени Башляева в городе Москве крупнейшая тысячекоечная больница, и на сегодняшний день большое количество пациентов, именно поскольку она весь сезон работает против коронавирусной инфекции, у нас накоплен самый большой опыт лечения этих больных. И вот было расшифровывалось этиологическое характеристика всех больных, которым поставили и диагноз новая коронавирусная инфекция. И в самом начале тестировали еще на грипп. И было всего два случая сочетания гриппа и новой коронавирусной инфекции и применяли, соответственно, ацетамивир. Сегодня этот препарат не применяется до того момента, как вновь не выявлен будет вирус гриппа. Поэтому многие еще сразу начинают лечиться ацетамивир до того момента, как мы не получим информацию о том, что грипп уже появился, да, этого делать не надо. Поэтому я уже говорила о том, что коронавирус прочно вошел в нашу жизнь. Разные данные дают. Вот здесь данные 2016 года 4%, есть данные академика Горелова 10%, то есть все зависит от сезона, да, но эта инфекция, обычная коронавирусная инфекция, она нам известна. Ну вот известно, что коронавирус тропен к дыхательным путям. Сегодня говорят о том, что да, и желудочно-кишечному тракту. Есть пациенты, у которых сразу появляются гастроинтестинальные симптомы, их намного меньше. Чаще всего это респираторный, потом гастроинтестинальный. И если это потом, да, то чаще всего это не только с тем, что вирус все-таки поражает желудочно-кишечный тракт, поскольку рецепторы к ангиотензину, превращающему ферменту, найдены и там, но все-таки это еще воздействие антибиотикотерапии, потому что многие пациенты, не дождавшись рекомендации врача, скупив все возможные все антибиотики, начинают лечение сами, да, и это повышает риск антибиотикоассоциированного повреждения желудочно-кишечного тракта. Сегодня доказано, что рецепторы к ангиотензин, превращающему ферменту, самое большое количество в респираторном тракте, туда как раз присоединяется сам вирус коронавирус, да, и все-таки рот – это важнейший источник коронавирусной инфекции, поэтому обнаружение в слюне, обнаружение в слезной жидкости, поэтому все-таки рекомендуют защищать не только рот, но и глаза. Ну вот количество вирусов в слюне коррелирует со степенью нарушения восприятия вкуса и запахов, и на сегодняшний день, конечно, важность ношения масок и социального дистанцирования, она вот почему-то все время дискутируется, мне непонятно, но так трудно одеть маску, да, для того, чтобы быть здоров. Ну, просто дикости, когда рассказывают об одной женщине, которая 2 часа сидела в театре и спорила со всеми, пока ее под руки не вытащили из зала, когда она говорила, что нигде не написано, что маска должна быть на лице, что она у нее в сумочке, да, и весь зал 2 часа терпеливые актеры ждали. Что интересно, ну, сегодня все притянуты к телевизору, и утром было сказано о том, что Швеция, которая долго боролась против масочного режима и социального дистанцирования, и работали все в Швеции, наконец-то Швеция, было сказано, что в связи с тем, что вирус стал еще злее, это данные по Великобритании, наконец-то они приняли решение к ношению масок. Простой способ. Но, дорогие коллеги, когда мы говорим про масках, то маска должна же меняться. Вот обыкновенная маска в идеале через час, через два
она должна быть выбрасываться, да, и маску надо одевать той стороной, которая положена, да, соответственно, руки нужно мыть, и это всем доказано, и обрабатывать лучше всего спиртом. Сегодня всех волнует, конечно, способность коронавируса проникать в головной мозг. И сегодня в большей степени у пациентов вот эта жалоба на слабость, считают, что это все-таки не связано с поражением мышц, а в большей степени с поражением головного мозга. Да, в общем-то, чем старше пациент, тем с коморбидностью, тем опаснее способность проникать коронавируса в мозг, потому что мы не знаем еще последствий в плане дальнейшего влияния на, естественно, больший риск развития Альцгеймера, будет или это не будет. Да? Поэтому, конечно, у части больных возникают именно изменения со стороны головного мозга. Да, вот сегодня ученые обсуждают, что это. Кто-то называет энцефалитом, но, конечно, Анна Владимировна будет согласна со мной, что ИТа такого вот в классическом понимании там нет, но, тем не менее, какое-то воспаление, да, нервной ткани, астроцитов есть. И вот видите, то нейроиммунные, то какие-то дегенеративные изменения. И, конечно, наиболее опасно там, где мы можем ожидать, там, где все-таки поражение обонятельного нерва, и вот это аносмия. Поэтому в ближайшее время мы совместно с оториноларингологами как раз подготовим доклад по аносмии. Конечно, вот это вот решетчатый лабиринт, обонятельный нерв и луковицы, да, это место, через которое вирусы проникают в центральную нервную систему. Поэтому у пожилых пациентов описано ковид-ассоциированный ишемический инсульт, да, это тоже как бы острое нарушение мозгового кровообращения, поэтому вы понимаете, что статистика размывается, потому что умирает он от ишемического инсульта, в части случаев не выделяют сам коронавирус, поэтому, естественно, в плане диагноза коронавирус не ставят. Уважаемые коллеги, на сегодняшний день, конечно, на одно из первых мест выходит коагулопатия, которая развивается при новой коронавирусной инфекции. Поэтому традиционными исследованиями, да, которые сегодня вошли в нашу практику, это, конечно, определение D-димера и использование препаратов, да, которые разжижают кровь. И есть данные о том, что коронавирус повышает риск развития инсульта у молодых людей. Он может вызвать инсульт у людей 30-40 лет, даже при нетяжелом форме заболевания. Ну и, безусловно, больше вероятность – это, конечно, именно для людей более старшего возраста. Поэтому во Франции и в Китае есть вот новые публикации о том, что показано, что неврологические симптомы испытывают более трети зараженных пациентов. И вот эта вот слабость, да, которая жалуются многие из них в течение длительного времени, требует, конечно, реабилитации и требует целенаправленной помощи невролога, да, и использования целого ряда препаратов антигипоксантов, потому что в основе, конечно, гиперкоагуляция и гипоксия. Ну, а что касается в том числе и детей, и взрослых, мы можем ощущать эмоциональные и поведенческие проблемы, да, в будущем, особенно те, которые находились в стрессе, те, которые были госпитализированы, были в тяжелом состоянии. На сегодняшний день всем им известно о том, что существует целый ряд осей, ось кишка мозг, ось кишка легкие, кишка кожа, кишка уретральный тракт, кишка генитальный тракт. Поэтому, конечно, неоправданное использование антибиотиков самостоятельно приводит к дисбиотическим нарушениям, а дисбиотические нарушения приводят к повышенной проницаемости. А повышенная проницаемость способствует тому, что в конечном итоге
та пищевая непереносимость, которая где-то сидела и давно себя не проявляла, она начинает проявляться, и после перенесенной инфекции, особенно лица, которые использовали антибактериальные препараты, у них будет обострение целого ряда заболеваний, включая гастроинтестинальную, кожную аллергию, да, и аллергии со стороны респираторного тракта. Поэтому мы с вами знаем о том, что кишка является важнейшим местом, где производится целая серия иммунных клеток, да, и, конечно, мы понимаем, что у воздействия на кишку, да, восстановление микробиоты с помощью фаготерапии, с помощью пробиотиков, с помощью питания позволит, опять же, повысить иммунитет. Ну и, конечно, вот те изменения со стороны легких, они тоже не проходят бесследно, поэтому есть публикации, которые говорят о том, что каждый сотый пациентов, перенесший ковид, в будущем может иметь пневмоторакс. Да? Поэтому, опять же, почему ученые стали говорить, что не надо сразу после того, как перенес ковид, надувать шарики. Как мы всегда говорили, для того, чтобы реабилитироваться, надо увеличить жизненную емкость, да? Поэтому не петь не надо, не надо громко там кричать, раздувая легких. Опять же, физическая активность должна быть разумной, под контролем специалиста. Поэтому вот есть публикации о пневмотораксе, да, и вот вы видите, что практически те наблюдения, которые были уже в январе в Китае, показали о том, что 60 пациентов, которые наблюдали с пневмотораксом, у 59 была подтверждена перенесенная ковидная инфекция. Поэтому в этом плане надо быть очень аккуратным. Ну, возвращаясь к детям, мы говорим о том, что да, дети болеют, пока они болеют легче, хотя, Анна Владимировна, у нас очень интересный феномен. Ну вот вы помните, 15 апреля весь мир сообщил о том, что на фоне коронавирусной инфекции развивается Кавасаки-подобный синдром. В Москве первые публикации, они не публикации, а первые случаи, они появились тоже вот в конце апреля. И если взять первые полугодия, то количество пациентов с мультисистемным воспалительным синдромом всего было 19. Второе полугодие, причем 10 лежали в нашей больнице, и только 3 потребовали очень серьезной терапии. Второе полугодие, оно оказалось более агрессивным в плане мультисистемного воспалительного синдрома. Сегодня никто не называет Кавасаки подобным, потому что Кавасаки описал это заболевание для детей до 5 лет, и так это существует, а мультисистемный мы наблюдаем в любом возрасте. Поэтому мультисистемный воспалительный синдром более 100 детей. Причем у нас есть дети с менингитами, с гепатитами, то есть то, что и, по сути, это не только поражение кожи, да, как при Кавасаки, ну, то есть там тоже заболевание системное, но не столь разнообразное по проявлению. Недавно мы общались с профессором Мартыновой, и которая представляет славный город Красноярск, и она сказала, что у них пока нет ни одного мультисистемных воспалительных синдромов. Поэтому есть ли у вас, Анна Владимировна? Ирина Николаевна, у меня, к счастью, нет пока такого опыта, и у нас не зарегистрирован у детей на фоне новой коронавирусной инфекции не зарегистрирован мультисистемный воспалительный синдром. Теоретически готовы, практически готовы, слава богу, избежали. Но надеемся, что, может быть, это будет очень редко или минует наш город сия. Ну да. Анна Владимировна, ну вот сегодня говорят о разных разновидностях вируса, и в Москве в большей мере тот вирус, который циркулировал как бы в Италии и привезли, помните, у нас первые случаи с курортов из Австрии и так далее. Может быть, поэтому, да, а есть как бы некие соображения о том, что то, что пока циркулирует в Сибири, это как бы китайский, и давно говорят о том, что, конечно, у нас миграция была и так далее, но, тем не менее, пока вот такие данные.
Поэтому все связано, то, что детки пока, к счастью, болеют легче, с экспрессией рецепторов к ангиотензин, превращающему ферменту. И на этом слайде показано, что меньше экспрессии у детей, хотя все меняется, поэтому мы говорим все время очень аккуратно, да, все меняется. Ну и данные это Андреа Лавеккио из Италии о том, что данные на август, которые он готовил на нашу конференцию. И, конечно, в этом плане мы видим о том, что смертность именно у детей была мала. У нас, к счастью, пока она тоже очень маленькая. Но тоже надо быть к этому очень готовым и аккуратным. Безусловно, дети болеют тяжело, которые имеют коморбидные различные состояния, поэтому там, где диабет, опять те же самые моменты ожирения, больше риск. Ну вот в этом плане единственная, наверное, инфекция, которую мы так вот богаты клиническими рекомендациями, которые, конечно, нам помогают лечить. Хотя некоторые клинические рекомендации остаются несколько торпидными в плане того, чтобы убрать какие-то старые препараты. И в этом плане могу сказать, что ни один пациент из 2600 детей не получал у нас ни азитромицина, ни гидроксихлорохина. То есть мы обошлись без этих рекомендаций. Поэтому рекомендации, конечно, хороши. Сегодня мы готовим московские рекомендации. Они уже вот-вот должны быть апробированы, то есть перед департаментом здравоохранения. Они составлены были целой группой главных специалистов города Москвы. Конечно, в нашей больнице есть новорожденные дети, которые пока, к счастью, все было неплохо. Это дети от матерей, и некие симптомы для них, то есть и та же самая пневмония, возможно, соответственно, симптоматика известная. Конечно, когда мы должны тестировать пациентов, то мы должны использовать мазки из носа и зева, но вы видите о том, что фарингеальная вирусная нагрузка высока в течение первой недели, да, поэтому мазки по возможности должны быть проведены в первую неделю. И, конечно, тот специалист, который берет мазки, он должен быть один, да, в каком-то учреждении специалистом, потому что если мазки, то есть если сестра, которая берет, боится пациента, да, и так мазнула неизвестно куда, мазок, естественно, будет отрицательный. В марте месяце я долго состояла в чате с итальянцами, и они тогда, у них были 1300 погибало в день, они нам рассказывали, что делать нужно, они говорили, что так глубоко надо брать, что чуть ли не дотрагиваться до решетчатого лабиринта, и тогда выявляемость, конечно, будет больше. Поэтому из кала выделяется вирус дольше. Я знаю одну публикацию, где на 47-й день выделяли из фекалии коронавирус. Поэтому пациенты выписанные могут представлять опасность, да, выписывают после двух отрицательных мазков, они могут представлять опасность и для семьи, и для тех людей, поэтому они все равно должны маски, перчатки, да, соответственно, мыть руки после туалета и помнить о том, что они могут быть причиной распространения заразы. Поэтому, что касается сероконверсии, то она обычно наступает через 7 дней у половины обследованных, но при этом не всегда снижается вирусная нагрузка. Ну и, соответственно, может быть, высокое содержание активного вируса после купирования клинических симптомов. Ну вот в июле 2020 года была очень интересная китайская публикация, где разделили пациентов на две группы, то есть там, где была диарея, и там, где не была диарея. То есть там, где была диарея, то обнаружилась вирусная РНК в кале у 39%, там, где не было диареи, то 9%. То есть не имея диареи, пациент все равно может выделять вирусы. Поэтому на сегодняшний день гастросимптомы
симптомы вот по метаанализу, в котором включали 4243 пациента, то есть ЖКТ-симптомы встречались приблизительно 18%, по нашим данным нашей больницы 9% у детей. Поэтому, ну вот это то же самое. Поэтому, что касается педиатрических пациентов, то я вам демонстрирую публикацию зарубежную, где также пишут о том, что более легкие симптомы, но тем не менее сегодня в нашей больнице госпитализируются дети только с пневмонией, да? То есть тот период, когда просто для карантинных мероприятий госпитализировали, сегодня этого нет. Пока особенных нет доказательств вертикальной передачи внутриутробной от вируса, но тем не менее, если мама является вирусовыделителем, то официальные рекомендации ее отделяют от ухода за ребенком, и если только она выделяет вирус, и ребенок инфицирован, тогда разрешают кормить грудью. А если мать выделитель вируса, а ребенок нет, тогда сцеженным грудным молоком. Но в ряде случаев молока нет, тогда кормится временно искусственными смесями. Поэтому новорожденные и младенцы могут быть бессимптомными, либо они иметь такие легкие проявления, но тем не менее желудочно-кишечные симптомы у деток, может быть диарея, отвращение пищи, да, и могут быть неврологические симптомы в виде сонливости, стонущих звуков или гипотонии. Ну вот я хотела проанализировать с самого начала коронавирусной инфекции, чем же пытались лечить COVID-19. Ну, противовирусные блокаторы. Ну, чего их запрещать? Просто на них надеяться не надо, да? Но, тем не менее, помните, когда один чиновник из администрации президента надел блокатор на шею, то его обсмеяли, да? Ну, потому что, как бы, особенно доказательств никаких нет. Но если у человека есть вера, да, и это не стоит больших денег, то кто его может запретить? Когда ребенок в детском садике надевает ожерелье из чеснока, то чеснок выделяет фитонциды, старые дедовские способы. Ну, почему бы нет, да? А может быть, кому-то это поможет. Поэтому, в принципе, вещь безвредная, вреда точно не несет. Но если даже эффект плацебо, то известно, что 30% эффекта может быть. Ультрафиолет. В определенный момент обратили внимание на президента США, да, который стал чрезмерно загорелым. Ну, наверное, он использовал. Поэтому, ну, в данном случае реализация через дотацию витамина D, а витамин D, соответственно, доказанный эффект оказывает при коронавирусе. Наши бывшие соотечественники, теперь нынче проживающие в Израиле, вспомнили старинный способ, помните, профессора Залманова, да, который многих книжка, это есть про горячее обертывание или припарки. Поэтому говорят о том, что это позволит избежать фиброза легких. Ну, соответственно, эти припарки, да, когда обертывает махровым полотенцем, который замочен в горячей воде, человек лежит, укрывшись одеялом, то есть вреда как бы не будет, но вспоминают традиционные советские методы лечения. Джоан Роулинг, это автор истории про Гарри Поттера, она рассказывала, что она занималась гимнастикой, которой занимаются йоги. Ну и говорила о том, что благодаря этой гимнастике она делала упражнения и, в принципе, она вентилировала те отделы, которые плохо вентилируются. Коллеги, вреда никакого нет, если это не активная гимнастика, да? Ведь сегодня все лежащие пациенты с пневмонией в ковидных госпиталях, у них по расписанию, по часам им дают бумажку, а там написано каждые 3 часа менять положение, потому что сутками лежать на животе невозможно, особенно у тех, у кого есть животик, но менять положение 3 часа на правом боку, 3 часа на левом, только 3 часа на спине и дальше на животе. Поэтому менять это в течение дня. Поэтому йоги известно, что практически не кашляют, они знают секреты правильных вдохов и выдохов, поэтому писательница использовала вот эту гимнастику йогов.
Что касается показаний для перевода в отделение реанимации, ну вот здесь официально есть пульсоксиметрия ниже 92. Но если следовать вот этим рекомендациям, когда у пациента хорошее самочувствие, то можно сойти с ума, потому что сегодня все купили пульсоксиметры, и наблюдая близких людей, да, поспал долго, проснулся 92, все, звонок, что мне делать, у меня уже 92. Я говорю, встань, пройдись по комнате, во-первых, перемерь на всех пальцах, пройди, как нас учила вот эта доктор из Неаполя, 6 минут по квартире, ну или по комнате, и смотришь, если у тебя все восстановилось, да, значит, это как бы ложная тревога. Плюс пульсоксиметры часто некачественные, поэтому они дают сбой. Поэтому, конечно, оценка тяжести с помощью как бы общеизвестных всех симптомов, да, и прежде всего ухудшение самочувствия, нарастание цианоза, одышка в покое, да, кашель уже такой, хотя, конечно, кашель у многих пациентов по-разному. Я знаю, что знаю взрослого пациента, который 40 дней страдал тяжелейшей ковидной пневмонией, 80%, сейчас только у него 54 курса получил тоцилизумаб, ну, разные уже препараты, дальше Актемпра и так далее. И у него кашля, ни одного эпизода кашля за это время не было. Поэтому, естественно, но у него была полная зависимость от кислорода. Благодаря тому, что в той клинике, где он лежал, кислород был 50 литров в минуту, 50 литров. То есть он сумел избежать ИВЛ, пользоваться вот таким высокопоточным кислородом, и спустя 40 дней он сейчас живет с кислородом 5 литров в минуту, который доступен для того, чтобы иметь его в каждой семье. Кстати, цена с весны резко упала. Сегодня отличные аппараты можно купить за 80 тысяч рублей с потоком 50 литров. Простите, с потоком 5 литров в минуту. 10 литров уже стоит 500 000, поэтому они не продаются для домашних условий. А это получал 50 литров. Поэтому, коллеги, не все вот эти вот показатели, то есть кашля может и не быть. Ну вот, что касается терапии отчаяния, то в разные периоды она обсуждалась. Да, это переливание плазмы. Анна Владимировна, наверное, согласна со мной, что это я говорю с позиции инфекционистов, только 5 дней. Вот в тяжести 5 дней. Так, во всяком случае, учили меня. То есть первым идет препарат ингибитор интерлейкин-6. Если нет эффекта переливания плазмы до 5 дня, а дальше вроде бы как бы плазма уже бесполезна. На сегодняшний день метилпреднизолон идет каждые 6-8 часов пульсотерапии. Продолжительная вена-венозная гемофильтрация с фильтрами поглощения, фильтрация цитокинов. Ну вот в нашей инфекции это есть. Да, ну и ЭКМО есть в крупных взрослых клиниках пациентам моложе 60 лет, да, то есть там, где нет серьезных перегрузок или какой-то коморбидной тяжелой патологии. Ну вот, уважаемые коллеги, да, введение плазмы может быть потенциальной терапией. В отношении, здесь я цитирую китайцев, которые опубликовали эту статью от 18 мая, то сегодня как бы нельзя сказать, что совсем не бывает никаких побочных эффектов. Главным образом отсутствие эффекта наблюдаем. Поэтому, что касается вот этого исследования, которые провели канадцы, мультицентровое исследование, они проводили его у детей, то есть тяжелые дети получали одну инфузию плазмы пропорционально весу, 10 мл на килограмм массы, да, ну вот как бы такой протокол они создавали для лечения детей в ковидных отделениях. Что касается взрослых, то респираторный дистресс-синдром в 20%, ну, у детей, к счастью, намного реже. Что касается ЭКМО у детей,
то есть публикация зарубежная, показания, когда ИВЛ, очистка крови, другие средства неэффективны, да, поэтому, ну вот в нашей клинике нет, поэтому у нас, собственно, опыта нет. Помните, весной появились рекомендации академика Чучалина по ингаляции гелия в легких. Ну, поскольку это легкий газ, им легче дышать, является таким инертным легким газом. Ну, как-то это не очень пошло у тяжелых больных, хотя мне рассказывали, что в Сочи, в санаториях, где стали принимать на реабилитацию ковидных больных, ну, прежде всего, санатории такого ведомственные, очень крупнейших таких известных ведомств, да, они говорят о том, что фантастический эффект после ингаляции для тех больных, у которых наблюдается дыхательная недостаточность после перенесенной ковидной инфекции. Поэтому думаю, что для реабилитации, там, где есть возможность, то есть гели прочно войдет в клинике, где проводится, в санатории, где проводится реабилитация. Ну и экстракорпоральная мембранная оксигенация, ЭКМО, да, отличается только тем, что кровь не облучает, а насыщает кислородом. Ну, вот здесь показана схема, как берут из вены и возвращают в артерию. Поэтому на сегодняшний день сложилось впечатление, что пациенты болеют тяжело, и это зависит не только от массы, от коморбидности. Например, сегодня известный факт, что тяжелые больные с бронхиальной астмой на базисной постоянной терапии чаще не болеют тяжелой ковидной инфекцией. То есть, наблюдая за своей пациенткой с тяжелым астматиком, которая попала в маленькую районную больницу, то есть она на своей базисной терапии быстро вышла из этой больницы. Поэтому вот говорят о том, что для тяжелых астматиков только обязательно именно поправка находящихся на базисной терапии, эта болезнь может быть не такой тяжелой. Поэтому сегодня обсуждается, что имеет значение разные фенотипы, которые зависят прежде всего от генетической гетерогенности. И имеет значение вирусная нагрузка. Вот мы, конечно, очень переживаем, что болеют врачи. Я когда открываю Facebook, я вздрагиваю, когда появляется фотография очередного врача, специалиста, который погиб от коронавирусной инфекции, причем не только возрастные, но и молодые, мне всегда очень страшно. Но, дорогие коллеги, имеет значение доза. Вот одно дело, ты проедешься в метро и посидишь рядом с пациентом, который страдает коронавирусной инфекцией. Другое дело, ты находишься в реанимации, где пациенты через ИВЛ выделяют свой вирус, да, и этот вирус находится в большой концентрации в воздухе. Поэтому, общаясь как раз вот с этой дамой из Италии, которая находилась в отделении реанимации, она рассказывала о том, как, выйдя после своего 12-часового дежурства, значит, 12 часов она не пила, не ела, не ходила в туалет. У нее были двое перчаток, одни перчатки она снимала. Костюм, ну, настолько был непроницаемый, что она не дотрагивалась ни до чего. Выйдя из вот этой ковидной зоны, она шла через душ, абсолютно выбрасывала, замачивала хлорки всю одежду, да, то есть под вот этим костюмом у нее была хлопчатобумажная одежда, которую она тоже в хлорку забрасывала, свои резиновые туфли в хлорку, то есть она настолько этого боялась, да, поэтому если через 6 часов врач вышел, например, в зону отдыха и лег на диван, да, и лежит и пьет в этой одежде, пьет чай и ест, да, то, соответственно, он сам себя инфицирует своим костюмом. Поэтому вот для того, чтобы не заболеть, нужно прежде всего, конечно, все меры предосторожности. Ну и, конечно, дорогие коллеги, на сегодняшний день наконец-то скуплен в стране весь витамин D,
да, поэтому наконец-то все поняли о том, что витамин D, дефицит витамина D увеличивает риск цитокинного шторма и, соответственно, риск смерти. Поэтому это я все цитирую Пауля Марика, известный реаниматолог из Гарварда, который создал вот эти гарвардские рекомендации, которые на WhatsApp многие получали, да, уже переведенные, там же мелатонин на ночь, сон, режим дня, то есть многие простейшие рекомендации, цинк, витамин D, да, то есть все то, что позволяет как бы не заболеть. Поэтому вот он, Пауль Марик, его с одной стороны и критиковали, но ярких людей всегда критикуют, поэтому мне очень понравилась его цитата: если то, что вы делаете, не работает, измените свои действия. Поэтому на сегодняшний день протоколы меняются, в этом плане есть стремление к лучшему. Последний красный – это московский, да, протокол, вот сейчас он будет абсолютно новый. Поэтому я могу показать из нового протокола, наконец-то попалась строчка «Обязательный рекомендантный интерферон альфа при легкой и средней тяжелой степени, причем интраназально, гель, может быть, ректально, да, или по показаниям умефиновир». Поэтому, уважаемые коллеги, мы видим, ну вот здесь вот условно я специально не стала выделять по показаниям антибиотики, но это если есть явно бактериальные, если явно бактериальные, то легкая она уже не может быть. Да? Поэтому вот это такая победа, потому что борьба за препараты интерферона, она идет. У нас есть опыт 25-летний использования, поэтому вы видите, что уже тяжелые, да, тяжелые идут уже препараты, известные вам. Поэтому передаю микрофон заведующей кафедрой фтизиатрии, фтизиохирургии и инфекционных болезней Омского университета профессору Мардык Анна Владимировна. Пожалуйста. Глубоко уважаемая Ирина Николаевна, глубоко уважаемые коллеги, позвольте поделиться, ну, нашим опытом лечения и профилактики COVID-19 у пациентов разного возраста. Преимущественно лечением и профилактикой, приведенными здесь примерами, мы занимались в семейных очагах новой коронавирусной инфекции. Методические рекомендации по лечению новой коронавирусной инфекции у детей, Ирина Николаевна сегодня их показала шапочки, прокомментировала средства, входящие в состав лечебных схем у детей. И, конечно, этиотропное лечение COVID-19 у детей обсуждается. Рекомбинантный интерферон альфа-2-бета, но должен или не должен быть назначен у детей, тоже об этом есть споры. И вот первая версия методических рекомендаций по лечению новой коронавирусной инфекции у детей включала ректальное введение интерферона альфа-2-бета, и были прописаны дозы. Дозы невысокие, 150-500 международных единиц два раза в сутки. Ну а из последней версии, ввиду отсутствия доказательной базы, рекомбинантный интерферон альфа-2-бета исчез. И, конечно же, наверное, рекомбинантный интерферон альфа-2 на начальных стадиях болезни способен снизить вирусную нагрузку, облегчить симптомы, уменьшить продолжительность болезни. И если взять обзор зарубежных публикаций по проблеме, то первая – это Китайская Народная Республика. И они показывали свой опыт применения рекомбинантного интерферона альфа как раз в ингаляционной форме. И он назначался, у взрослых он сочетался с другими препаратами, в частности, в их рекомендациях присутствовал рибавирин, у детей рекомендации по ингаляционному введению препарата и давал, в общем-то, какой-то эффект. В Российской Федерации есть интерферон альфа-2-бета, он есть для интраназального введения, но у нас спрей, капли, гель. И есть препараты для ректального введения. Однако сегодня сведений об их эффективности при инфекции COVID-19 нет. И вот как раз эти методические рекомендации, первая версия, в зависимости от возраста, дозы препаратов интерферона альфа-2-бета 150 международных единиц два раза в сутки или 500 международных единиц два раза в день. Если рассмотреть все-таки патогенез новой коронавирусной инфекции, сегодня Ирина Николаевна это продемонстрировала, вирус использует для своего проникновения в клетку рецептор к ангиотензин, превращающему ферменту. И необходимо проникнуть ему именно так, присоединиться к неактивному ферменту. А интерферон, в свою очередь, увеличивает количество ангиотензина и блокирует эти рецепторы.
препятствуя проникновению, дальнейшему проникновению, проникновению вируса в клетку. Сам вирус SARS-CoV-2, новый коронавирус, он тормозит выработку собственного интерферона, и есть предположение, что именно благодаря этому факту он пускает иммунитет в направлении цитокинового шторма. Обзор зарубежных публикаций, вот французские ученые, они как раз показали в своих публикациях, что сам COVID-19, при COVID-19 подавляется продукция интерферона альфа-2-бета, и пациенты, на которые находятся в критическом состоянии, интерферон альфа-2-бета просто не продуцируют. Поэтому высказано предположение, что раннее введение интерферона альфа-2 может быть перспективным у пациентов с COVID-19, особенно в случаях дефектного ответа на интерферон. Исследования США – это мыши, инфицированные вирусом, коронавирусом ближневосточного респираторного синдрома. И вот раннее введение интерферона альфа-2-бета защищало мышей от летальной инфекции, вызванной этим вирусом, MERS-CoV. Обзор, опять возвратимся к французским исследованиям, и авторы получили эффект у взрослых от комбинации лопинавир-ритонавир и интерферон альфа-2-бета, или же от дыхания паров интерферона в сочетании с рибавирином, это схемы также китайских исследователей, и вот эти проведенные исследования, результаты их опубликованы, они говорят о том, что, наверное, вот SARS-CoV-2 все-таки чувствителен к интерферонам первого типа. Китайская Народная Республика, рекомендации по лечению респираторной инфекции, вызванной новым коронавирусом у детей, и противовирусная инфекция, распыление интерферона альфа-2-бета с помощью небулайзера, небулизация, рекомендации ингаляции интерферона альфа-2-бета, есть дозы ингаляции, дозы, то есть интерферона, они зависят от того, легкий это или тяжелый случай. Ингаляции проводятся 2 раза в день. Курс лечения интерфероном в Китайской Народной Республике составлял 5-7 дней и был получен довольно приличный такой положительный эффект, особенно в детской практике. Но вообще в Китайской Народной Республике случаи детского ковида, они протекали довольно легко, и обычная средняя продолжительность течения случая 7 дней и заканчивалась выздоровлением. Обзор методических рекомендаций, что позволяет нам сделать. Обсуждается эффективность препаратов. Если не интерферон альфа-2-бета, тогда что назначать детям? Препарат Арбидол. Он применялся тоже и в Китае, применялся у небольшого числа взрослых пациентов. И сказано, что достоверных данных о его эффективности при инфекции COVID-19 нет. И поэтому вот во второй версии детских рекомендаций, в российской версии, умифенавир в схемы лечения детей не входит. Но вот так обсуждается. Лопинавир-ритонавир у взрослых пациентов применялся. Доказательная база эффективности и безопасности его применения у детей отсутствует. И последние версии рекомендаций наших, общих рекомендаций, препарат не рекомендован ни детям, ни взрослым. Ремдесивир не используется в Российской Федерации. Фавипиравир сегодня, благодаря 9-й версии методических рекомендаций у взрослых, начал широко использоваться и показал свою эффективность в лечении взрослых пациентов. Но у детей такие исследования не проводили, и у детей тоже препарат не применяется. Значит, вопрос выбора стоит очень остро. В рекомендациях обсуждается вопрос назначения антибактериальной терапии. Это вторая версия, она актуальной является при COVID-19 у детей. Но и все-таки доказать, что есть присоединение антибактериальной инфекции, доказать лабораторными данными, доказать наличием симптомов, и в этом случае только назначение антибактериальной терапии. И также обсуждается, что у детей с тяжелыми формами болезни, у детей с сопутствующей патологией присоединение бактериальных возбудителей наиболее вероятно, и тогда антибактериальная терапия может быть им назначена. Назначается она в соответствии с существующими рекомендациями по лечению внебольничной пневмонии у детей. И препараты выбора, если все-таки они назначаются, это препараты амоксициллина, предпочтительнее защищенного, или все-таки это макролиды при атипичных инфекциях, которые широко применяются. Симптоматическая терапия при COVID-19 у детей также представлена в рекомендациях и обсуждается предпочтительность жаропонижающих средств, предпочтение парацетамола перед ибупрофеном. Возможно, назначение небулайзерной терапии, бронходилатационной небулайзерной терапии детям. Возможно, назначение муколитиков, отхаркивающих препаратов при наличии мокроты, при затруднении ее отхождения. Это нечастая ситуация, и на наш взгляд она бывает только
только у детей с сопутствующей патологией, у серьезных детей, возможно, с бронхоэктатическими проблемами. И назначение антигистаминных препаратов в рамках симптоматической терапии также обсуждается. Мы проводили исследования в семейном кластере, и вот часть этого исследования была направлена на совершенствование или вообще на оценку эффективности профилактики, назначенной членом семьи при отсутствии изоляции заболевшего COVID-19 в семье. И в рекомендациях Минздрава, но я пока не могу сослаться на 10-ю версию, ссылаюсь на 9-ю, то есть не успела даже, так сказать, сослаться на 9-ю, ссылаюсь на 10-ю. Конечно, меры неспецифической профилактики направлены на источник инфекции, на механизм передачи и на контингент, да, который контактируют с этим источником инфекции. И сегодня мы не изолируем лица с инфекцией, мы часто оставляем их дома. Назначение этиотропной терапии также способствует быстрейшей элиминации вируса, скорейшей элиминации и вот прекращению этой опасности возникновения других случаев заболевания в семье. А специфическая профилактика описана в версиях рекомендаций и заключается она в интраназальном введении рекомбинантного интерферона альфа. Вот, собственно говоря, то, что мы использовали, это интраназальный рекомбинант интерферон альфа контактным лицам. И, в принципе, это вот в рекомендациях предусмотрено. Мы провели сравнительное проспективное исследование, включили в него 89 семей. Причиной включения или вот была регистрация случая, доказанного случая новой коронавирусной инфекции одного из членов семьи. И, в общем-то, включались те пациенты, которые проходили амбулаторный курс лечения. То есть они болели, либо это легкий вариант коронавирусной инфекции, это острая респираторно-вирусная инфекция, либо это пневмония без признаков острой дыхательной недостаточности. Семьи, включенные в исследование, были разделены на две группы. Они делились по периодам наблюдения. Первая группа – это наш начальный период наблюдения. Медикаментозные средства профилактики COVID-19 не использовались. Таких семей, включено в исследование, было 27. Вторая группа – это те семьи, в которых профилактика контактным проводилась сразу после выявления случая заболевания в семье. Таких семей было 62. Вот здесь представлены эти семьи в сравнительном таком аспекте. Первая группа семей включалась в исследование с 10 мая по 10 июня. Но для нашего Омска, для нашего региона, это такой первый период, первая волна, наверное, распространения новой коронавирусной инфекции. Мы чуть позже вошли, вот и у нас чуть позже появился подъем по распространению, как раз вот начало этого подъема. А вторая группа – это семьи, которые включались в исследование с июля по сентябрь. И во вторую группу это 62 семьи. В первой группе 84 человека под наблюдением, во второй группе 182. Среднее количество членов семьи примерно одинаковое. Семьи были как из двух поколений родственников, то есть это мама, папа, дети, да, такая семья. И три поколения родственников также были, где присутствовало старшее поколение в этих семьях. Средний возраст, вы можете увидеть, он был сопоставим. Препарат для профилактики, который был выбран, это виферон, гель для наружного и местного применения, доза геля 36 тысяч международных единиц в грамме. Рекомендации давались по нанесению геля на поверхность слизистой оболочки носовых ходов 2 раза в сутки на весь период контакта. Хочу сразу отметить, что наши пациенты контактные перестраховывались, и в моих примерах вы увидите, что гель наносился до 5 раз в сутки. То есть, ну, настолько, наверное, было страшно находиться в одной квартире, что хотелось использовать лечебную схему использования препарата. Значит, первая группа семей, первая группа, это вот как раз май-июнь, во всех семьях заболели контактировавшие с первым заболевшим родственники. 80% лиц контактных заболело, то есть у 46 контактных была диагностирована новая коронавирусная инфекция. Здоровыми остались 9 человек. Две пациентки, пожилой старческий возраст, очень тщательно соблюдали такой карантинный режим, были изолированы в пределах квартиры в своих комнатах и сами рассказывали исследователям о том, что даже посещение санузла было четко регламентировано, в четкой такой последовательности с обработкой помещения. И 7 детей не заболело. Возраст детей был разным. От 7 месяцев на грудном вскармливании дети находились до 8 лет. К детям особых мер профилактики не применялось. И вот клиническая иллюстрация первой группы. Интересная семья с наличием 3 поколений родственников. В семье есть старшее поколение. Это мама, бабушка. Ей 72 года. Это врач крупного многопрофильного учреждения. Есть ее дочь.
она же мама, 39 лет, супруг дочери, он проживает в отдельной квартире, но общение между родственниками ежедневное, ему 42 года, и две дочери, они же внучки, 14 и 7 лет. Бабушка работала в городской клинической больнице, где зарегистрирована вспышка новой коронавирусной инфекции, и назначено обследование всего коллектива на 2 мая. Пациентка, сама женщина от обследования отказалась, она была отправлена на карантин, находилась на даче, работала на даче. И вот единственный момент, она упала во время работы на даче, это как раз перед 9 мая. Никаких последствий не было, она даже потеряла сознание. Но вот никаких последствий. У нее абсолютно нормальное артериальное давление. Она без сахарного диабета, это такой вот здоровый доктор такого возраста. Ее дочь температурила, она начала температурить 6 мая, температурила в течение 5 дней. Обращение в городскую клиническую больницу по месту работы матери состоялось 11 мая. Была выполнена мультиспиральная компьютерная томография, в первую очередь пациентке Т, 39 лет. И выявлена двухсторонняя интерстициальная пневмония, объем поражения легких 24%, то есть степень поражения КТ-1. Пациентка А, 14 лет, подросток, она жалоб не предъявляла, однако вот в середине, где-то 7 мая, у нее была повышена температура тела 38, и затем еще субфебрильная температура, снижена парацетамолом, но и никто из семьи не посчитал ее больной. Ей тоже выполнена мультиспиральная компьютерная томография, признаков поражения легких нет. Пациентка старшего возраста, она отказывалась от обследования, но мультиспиральная компьютерная томография ей была выполнена и выявлена двухсторонняя интерстициальная пневмония, объем поражения легких 50%. На примере этого случая все-таки здоровый образ жизни, несмотря на возраст, здоровый человек, доктор, которым мы, в общем-то, гордимся. И вот она, вот так она переболела. Она не зафиксировала у себя повышение температуры, она не отметила одышки, начала свое лечение после выявления вот такого двухстороннего поражения легких. Это сканы МСКТ, их можно хорошо увидеть на экране компьютера, двух пациенток. Пациентки 72 и пациентки 39 лет с разным объемом поражения 50% и 25%. И что дальше в этой семье? Пациент А также отмечал субфебрильную лихорадку, примерно все это одно время. У него анасмия и дисгевзия, у него расстройство вкусовых и вкусовых ощущений обоняния. МСКТ также была выполнена, изменений нет. От госпитализации, ну это май, это первая волна, первый подъем, и поэтому двум пациенткам с выявленной пневмонией дано направление для госпитализации в ковидный госпиталь. От госпитализации отказ, лечение амбулаторное. Мазки в разные периоды, в разные, значит, даты положительные у четырех, то есть пациентов, в разные даты они были положительные. Затем они повторялись, и было получено 2 отрицательных мазка на РНК SARS-CoV-2. И после выздоровления у пациентов, пациентам было выполнено исследование крови. Здесь представлен результат на наличие иммуноглобулинов G, коэффициенты позитивности у пациентов. У четырех переболевших коэффициенты позитивности довольно приличные, от 14 до 18, но в семье был еще ребенок, пациентка ей 7 лет, пациентка, мазки и пациентки отрицательные, иммуноглобулинов класса G не обнаружено, никаких клинических симптомов не было, проживала в одной квартире, находилась в тесном контакте со всеми своими родственниками. Вторая группа, это 62 семьи уже с 10 июня, это те семьи, в которых мы занимались профилактикой, которые согласились на участие в нашем исследовании, это 120 контактных лиц. За время наблюдения заболели 5% контактных лиц. И, конечно, в последующем в этих семьях, у нас длительный был период наблюдения, регистрировали случаи заболевания новой коронавирусной инфекции, но они были не связаны вот с первым источником. И вот семья, тоже интересная семья, с наличием 3 поколений родственников, мать, муж с женой, ну, вот они и мама, и папа, и бабушка, и дедушка одновременно, 57 лет, одногодки, их дочь 36 лет, и их внучка 7 лет проживали в одной квартире. Первая заболела дочь 36 лет, температура субфебрильная, работа у нее, вот она работает в церкви, в маске, утверждала, что в маске стекло, которое ограждает ее от клиента, работу после начала заболевания не посещала, потеряла обоняние, тогда обратилась к участковому врачу, в маске обнаружена РНК SARS-CoV-2. Получала лечение, но вот так как лечили, представляем то, что есть, это участковый терапевт, он счел необходимым назначить в качестве противовирусной
гормональной терапии умифенавир и рекомбинантный интерферон альфа-2-бета назально, и назначен был ей азитромицин. Выздоровление через 14 дней с полным обратным развитием симптомов. С ней проживала, причем в одной комнате, дочь 7 лет, за которую очень переживала пациентка. Кратность введения виферона увеличена до 5 раз в сутки интраназально. Ребенок оставался здоровым. Оба родителя, они тоже были изолированы в пределах своей комнаты в двухкомнатной квартире, остались вот в этот эпизод здоровыми. А затем в этой семье, ну это уже другой срок, как бы другое время, это был июнь, а теперь август, 24 августа, заболевает старшее поколение, заболевает мама, 57 лет, выраженная слабость, кашель, заложенность носа, анасмия, фебрильная лихорадка, более тяжелое течение, но есть избыток массы тела у мамы, есть артериальная гипертензия у мамы, и вот также диагностирован ковид, обнаружены РНК SARS-CoV-2 в Москве из рота и носоглотки. Лечение получало интерферон альфа-2-бета в виде ректальных суппозиториев 3 раза в день, доза 9 миллионов международных единиц в сутки, 10 дней. Азитромицин назначался 500 миллиграмм в сутки. Но вот разговаривали мы с терапевтами, обсуждали эти моменты. У них страх существует не назначить антибиотики. Между прочим, сейчас как-то этот барьер преодолен, и все реже назначаются антибактериальные препараты, но мы должны показывать то, что было назначено. Эноксапарин назначался на 15 дней. С 7-го дня опять получала антибиотик. С 6-го дня метипред, так как лихорадка была фебрильная. Доза 4 таблетки – это 16 миллиграмм, 5 дней. Затем снижение дозы на 4 миллиграмма на одну таблетку каждые 3 дня. Вот тут есть ее обратное развитие симптомов. Лихорадка 12 дней. МСКТ выполнена не рано, а на 12-й день заболевания. Это все-таки КТ-1, объем поражения пограничный, 25%. В общей сложности лечилось 26 дней, затем восстановительное лечение. Супруг, профилактика ежедневно вифероном, здоров в течение 14 дней. Дочь здорова, но дочь перенесла новую коронавирусную инфекцию. И внучка также здорова, внучка здорова, продолжила затем по выздоровлению бабушки посещать первый класс. И, то есть, собственно говоря, вот такая клиническая иллюстрация. Это другая семья, где сын-подросток послужил источником инфекции. У сына есть избыток массы тела. В классе было 3 случая заболевания острыми респираторными инфекциями, которые не были идентифицированы как ковид. Он затемпературил, перестал посещать школу. Мама, медработник, настояла на выполнении мазка на SARS-CoV-2, и РНК SARS-CoV-2 обнаружено. Через 2 дня от начала заболевания анасмия, сохранение фебрильной лихорадки, вот его лечение. Значит, тоже умифенавир назначил педиатр, азитромицин, рекомбинантный интерферон 2-альфа в виде ректальных суппозиториев по 3 миллиона 2 раза в день, но вы можете увидеть ростовесовые показатели подростка, и интраназально гель виферон. Отмечал одышку, затрудненное дыхание, выполнено ему МСКТ, 7% поражения, то есть диагностирована все-таки пневмония, да, пневмония КТ-1, и обратное развитие симптомов на фоне терапии, нормализация температуры 7-й день, восстановление обоняния 9-й день, исчезновение слабости, ну парень молодой, здоровый, сказал, что уже не испытывает слабости как минимум на 9-10 день, мазки брались в контроле, мазки отрицательные, и в дальнейшем он проведено ему ИФА на наличие иммуноглобулина, они обнаружены, иммуноглобулин М, иммуноглобулин G, в соотношениях где-то 1:2, то есть уже ребенок выздоравливал. Родители, профилактика интерфероном альфа-2-бета интраназально, оба родителя остались здоровы, карантинные мероприятия к ним применялись. Также в рамках семейного кластера нами были пролечены беременные и кормящие женщины. И вот тоже анализировали рекомендации, 2 версии. Когда мы брали этих женщин, то это уже вторая версия рекомендаций. И все-таки ну вот про этиотропное лечение обсуждался лопинавир-ритонавир. Но это в стационаре и так далее. А дальше ничего. Ну то есть все-таки интерферон альфа-2-бета разрешен при гриппе, при ОРВИ. И, наверное, противовирусная терапия должна присутствовать. И комиссия учреждения решала вопрос о назначении препарата этим женщинам. А мы долго спорили о дозе, потому что рекомендации по беременным, лечению ОРВИ
лечения других состояний, это 500 тысяч два раза в день. Считали, что такая доза будет у беременных недостаточно. Ссылались на те публикации, которые имели, что все-таки доза должна быть высокая и не менее 3 миллионов международных единиц рекомбинантного интерферона альфа-2 бета в сутки. И вот наши группы, вы видите их характеристику, их мало. Мы это исследование, не исследование, это наблюдение, это наше, наверное, наблюдение. Мы его опубликовали. 5 беременных пациенток и 4 кормящие матери. Из беременных одна первобеременная, 4 повторно беременные и 2, 3, 4 беременности присутствовали. Срок гестации от 15 до 32 недель. Сегодня уже все эти беременные пациентки удачно родоразрешены. Правда, самая, вот, у которой было 15 недель, она разрешена, родоразрешена, у нее преждевременные роды. 30 недель, это кесарево сечение по причине нефропатии беременных и гипоксии плода. Но это уже после ковида. А вот это когда был ковид, вот здесь можно видеть их анамнез. Беременная пациентка одновременно заболела с мамой, острая респираторно-вирусная инфекция диагностировала. Две пациентки, супруги, заболели. У супруга пневмония КТ-1 случаи, значит, и фибрильная лихорадка в 4 случаях, слабость, потеря аппетита, анасмия только в 1 случае. Одна пациентка, это самая легкая пациентка, которая больше всех переживала, потому что у нее 3 детей, это 4-я беременность, заболел супруг КТ-1, у нее всего лишь однократно повысилась температура, и вот она шла на низких дозах интерферона, вот эта пациентка с 4-й беременностью. Кормящие матери тоже были интересны, это наблюдательные, они сравнительные исследования, это совершенно другая, ну, как бы отдельная группа, их четверо. У всех заболели первыми мужья. Про МСКТ они выполнили после заболевания супруги. Они субфибрильно лихорадили очень коротко. И надо сказать, что они не соблюдали эпидрежим. И вот это грустно, потому что они знали, что они заболели, у них есть симптомы, они продолжали ходить на работу. И обращение на момент заявления кормящей мамы, когда им стало страшно, что сейчас грудной ребенок, мама. И вот они прибежали абсолютно все. У всех выполнено КТ у матерей кормящих и у их мужей. У мужей, так как и давно заболевания больше, они источники, у них площадь поражения больше, но не критично, до 35%. У мам у всех КТ-1 в 100% случаев. В 50% была анасмия. Субфибрильная лихорадка, слабость, отсутствие аппетита. И беременных и кормящих мы лечили интерфероном альфа-2 бета. Согласие бралось, и решение комиссии врачебной прописывалось. 3 миллиона международных единиц 2 раза в сутки на 10 дней. Речь шла об июне и июле. И мы назначали антибактериальные препараты. Рекомендовал им доктор антибиотик. Тут мы не можем это скрыть. Он назначался сразу и не хотим. То есть надо показывать то, как есть. Препаратом выбора был джозамицин вильпрофен, который, в общем-то, разрешен в назначении у беременных и у кормящих, опять-таки, если польза для матери превышает риск, да, для плода или для пациента, которого она, для ребенка, которого она кормит. У некоторых, тут мало пациенток, вот одна у нас амоксициллин, клавулановая кислота, и одна пациентка, это 4-я беременность, она антибактериальных препаратов не получала. У нее интерферон альфа-2 бета 500 тысяч, всего лишь один раз в день, она прекрасно поправилась, но она, правда, 10 дней свечи ректальной суппозитории использовала. Пациентка, которая пациентка повторно беременная, в сроке беременности 15 недель от антибактериальной терапии отказалась. 6-й день повышения лечения, 6-й день лечения, не начало заболевания, ректальными суппозиториями, повторно повышение температуры до фибрильных цифр, кашель с мокротой. Был назначен джозамицин вильпрофен в дозе 1000 мг 2 раза в день, и срок лечения растянулся до 16 дней у нее, до 17 даже дней. Кормящие матери продолжали кормление, не рекомендовали отменять кормление. Детям назначался интерферон альфа-2 бета ректальной суппозитории, использовали его не все пациентки, потому что у детей было однократное повышение температуры тела, не все, и очень короткими курсами, от 1 до 3, там максимально 5 дней. И, в общем-то, все наши пациентки благополучно выздоровели. То есть описано журнал «Лечащий врач», статья, то есть мы вот эти данные привели по своим пациенткам. Наша кафедра вместе, совместно с базами, совместно с лечебными учреждениями нашего города, с ковидным госпиталем, не с одним даже, тут 3 ковидных госпиталя, провела изучение эффективности и безопасности препарата Виферон-2 у взрослых. И вот здесь подавляющее, конечно, большинство больных – это больные госпитализированные. Но хочется показать хотя бы кусочки исследования для того, чтобы обосновать применение высоких доз 9 миллионов интерферона альфа-2 бета в сутки в виде ректальных суппозиториев и показать безопасность этого назначения. Потому что некоторые больные считают, некоторые пациенты
И некоторые даже доктора считают, что вот это введение интерферона альфа-2, как раз именно оно может спровоцировать цитокиновые штурмы, поэтому вот хочется это исследование продемонстрировать. Вы можете увидеть, вы могли уже увидеть на слайде и диагнозы пациентов, и основные критерии для включения. Преимущество у нас все пациенты были с пневмониями, легкое, среднее, тяжелое течение. До КТ-2 мы их включали, хотя кто-то прогрессировал во время назначения терапии, и прогрессировала и основная контрольная группа, и критические случаи, которые закончились с летальным исходом во второй группе у нас были. Исследуемый препарат Виферон суппозиторий ректальный 9 миллионов в сутки от 10 до 14 дней, параллельно гель для нанесения на слизистую оболочку полости носа 5 раз в день 14 дней. Пациенты групп сравнения получали стандартную терапию, но по нашим данным, по нашим центрам, это был лопинавир-ритонавир в качестве средства противовирусной терапии. 140 пациентов включено в исследование, две группы по 70 человек. Они вот отличались по нахождению виферона в составе комплексной терапии. Это симптомы пациентов, как часто, что наблюдалось, температура, лихорадка в 100% случаев, слабость, повышенная утомляемость в 100%, кашель довольно часто, аппетит отсутствовал у подавляющего большинства, одышка, заложенность в груди, а на СМИ у половины пациентов. И здесь эффективность терапии, я, наверное, даже вот не эффективность, то есть пациенты, большая часть выписана пациентов по выздоровлению в исследовательских группах, я покажу несколько слайдов по вот динамике симптомов, то есть все-таки те пациенты, которым был добавлен интерферон альфа-2-бета в виде ректальных суппозиториев, они отмечали более быструю динамику обратного развития симптомов по дням, то, что видно вот на этом слайде. И график элиминации вируса у пациентов в сравниваемых группах, то есть быстрее мы получали отрицательный мазок на РНК, на отсутствие даже здесь РНК SARS-CoV-2 у пациентов в группе основной. А это одна иллюстрация, один из пациентов, ему 46 лет, он имеет избыток массы тела, 174 сантиметра рост, 92 килограмма масса тела. У него заболел также ребенок в школе, заболел ОРВИ. В начале заболевания вот его симптомы, слабость, недомогание, боль в горле, ринит, обратился к терапевту ОРВИ. Затем анасмия, мазок взят по настоянию пациента, РНК обнаружена. На шестой день кашель, одышка, заложенность в груди, трудно дышать, МСКТ 37%. Лечение начато после получения положительного мазка и обнаружения РНК SARS-CoV-2 вот в полном объеме. И он получал ректальный суппозиторий 9 миллионов в сутки, 10 дней. Ему назначались глюкокортикостероиды, это дексаметазон 8 мг в сутки в таблетках, 16 таблеток, и с последующим 6-7 дней, с последующим снижением дозы. Из антибактериальной терапии у него был все-таки азитромицин, были антикоагулянты, назначены они ему были на 15 дней. И купирование симптоматики к 14 дню от начала заболевания, КТ через месяц, динамика положительная, КТ-1 12%. Ну вот, уважаемые коллеги, ну вот Анна Владимировна прекрасно показала эффект виферона в очагах. Мне очень понравилось ее сообщение. И действительно, я это все то же самое делаю, даже делала это всегда. Поэтому для меня и для моей семьи первое средство, если вы в первых часов, когда мы заболеваем, первое средство – это виферон. Поэтому тот опыт, который есть на кафедре, 25 лет, то есть первые исследования у нас начались с 95 года, да, только у меня под моим руководством 5 диссертаций, поэтому нас убедили не только в эффективности, но и в безопасности. И вот эти увеличения доз было отработано в 2010 году, защищена диссертация Таршхоева и Лейлы Башировны. Мне очень понравилась цитата сегодня такого известного академика Гинзбурга, как руководителя, под чьим руководством создана первая вакцина. Вот только что пришло сообщение, что журнал The Lancet, самый такой, да, одобрил как бы действительно публикацию, и она состоялась по эффективности вот такой вот нашей вакцины. Поэтому мне очень понравилась его цитата, поэтому я ее привела.
Я бы так сказала, что большинство людей, которые живут на планете Земля, устойчивы к коронавирусу. Болеют только те, у кого система интерферонов, то есть врожденный иммунитет, по каким-то причинам нарушен. Поэтому препараты интерферона – это первая линия защиты. Поэтому первая выработка начинается в первые часы, а то, что сказал Гинзбург, есть люди, у которых этого нет. Да? Поэтому на сегодняшний день мы помогаем антиоксидантами, витамином D, который тоже на это все воздействует. Поэтому работа сегодня была продемонстрирована о том, что работы зарубежные, китайские, не только китайские, но мы всегда как бы себя принижаем. Ну, наши работы в течение многих лет. Но что касается китайцев, они первые стали использовать, потому что коронавирус их первый посетил. Поэтому вот то, что показали работы под руководством Анны Владимировны Мартык, профессора Мартынова, сегодня заканчивается исследование профессора Мазанковой. То есть первое, что уменьшается, продолжительность выделения вирусов, да, которые коррелируют с уменьшением маркеров острого воспаления. Фрагмент, который делает Людмила Николаевна Мазанкова, профессор Мартынова, они как раз показывают, что нет никакого повышения интерлейкина 6, что вот эти вот вопли были, как мы сейчас даем интерферон, и сейчас разовьется цитокиновый шторм. Нет, дорогие коллеги, поэтому вот это зарубежная работа, которая говорит о том, что все это коррелирует, да, с уменьшением ЦРБ интерлейкина 6. Поэтому во временных методических рекомендациях, временные, потому что они каждый месяц меняются, препараты интерферона есть. Но я вот не успеваю картинки менять, да, потому что действительно каждый месяц искать это. Поэтому четко это сохраняется о том, что интерферон альфа может снизить вирусную нагрузку, уменьшить продолжительность заболевания. Поэтому есть публикации зарубежные о том, что альфа-интерферон ингибирует репликацию коронавируса у животных и человека. Поэтому на сегодняшний день SARS-CoV-19 высокочувствительный к действию интерферона. Поэтому, а вот это очень интересная работа Анны Владимировны в очагах. Мне она очень понравилась, потому что она четко иллюстрирует, что можно защитить всех, начиная с младенца, кончая взрослым человеком. Поэтому спасибо, Анна Владимировна, за вашу совместную сегодняшнюю с нами беседу. Да, с нами это представителями, я представитель своей кафедры, поэтому с большим удовольствием мы с вами обсудили возможности профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции. И думаю, что эта встреча наша не последняя. Поэтому спасибо вам большое. Большое спасибо.